Алматы КСК препятствует созданию объединений собственников имущества. Об этом заявил общественник из южной столицы Талгат Мухаммедкалиев. По его мнению, представители кооперативов действуют не в интересах жильцов. В результате реформирование жилищно-коммунального хозяйства буксует. Наш корреспондент в Алматы Ольга Зинченкова выходит на прямую связь. Ольга, что происходит и что говорят стороны конфликта? Ольга. Добрый день. Студия. Да, действительно, общественник Талгат Мухаммедкалиев из Алматы высказался о том, что в южной столице саботируют реформы. Проблема заключается в том, что председатели КСК не передают документацию желающим отделиться и создать объединение собственников имущества. На сегодня жители 34 домов в Алматы зарегистрировали объединение собственников имущества. И только два из них получили права на то, чтобы управлять домами. С нами сейчас Талгат Мухаммедкалиев. Талгат, здравствуйте. Здрасте. Талгат, скажите, пожалуйста, почему КСК препятствует передаче документации? Ну, нужно понимать то, что в первую очередь для них это источник дохода. Если в среднем у нас в одном КСК по городу Алматы получается 30-40 домов, то выходит как бы в совокупности неплохая сумма. Сейчас времена тяжелые, никто не хочет отказываться от источника дохода. Вот. Талгат, скажите, насколько сейчас КСК правильно расходует средства? Совсем неправильно, потому что я не раз поднимал вопрос того, что данных, вообще существующее положение дел в этой отрасли, оно никак не способствует сохранению жилого фонда страны. То есть, может быть, эти средства расходуются непосредственно на там, зарплату председателя, на поддержание там, его семьи, но не более, как бы остальных денег больше уже недостаточно для именно дома, для содержания его. Скажите, насколько ситуация улучшится, если управление домами передастся от КСК к собственникам имущества? Ну, тут надо разделить этот вопрос на две как бы парадигмы. Да? Первая будет заключаться в том, что качественнее улучшится именно прозрачность, потому что контролировать средства одного дома всегда проще, чем контролировать средства 40 домов, которые особенно объединены в один счет. А второй момент – это нашим собственникам необходимо, вот как сказал президент в своем последнем послании, необходимо как-то качественно вырасти, как собственники, быть более ответственными за свое жилье. Если собственники будут более ответственными в подходе к управлению своим жильем, то, соответственно, конечно, наши дома будут намного лучше содержаться. Спасибо, Талгат. Пожалуйста. Для того, чтобы зарегистрировать объединение собственников имущества и перевести накопленные средства на свои счета, а там уже самостоятельно решать, на что расходовать деньги, жильцам в первую очередь необходимо провести собрание, а затем выбрать председателя объединения из числа жильцов дома. КСК, в принципе, это ребята, которые учатся там, они понимают, как расформировать бюджет. Мы в ЖК живем современным. Нам легче собираться, то есть самим скидываться и самим контролироваться. Напомню, в Казахстане уже второй год реализовывается реформа по внедрению института объединений собственников имущества. У меня на этом пока все. Студия. Спасибо, Ольга.